Разная погода может быть в этот день. В Элисте солнечная, в Саратове пасмурная. Резвость сайгаков вошла в пословицы, но и быстрые ноги не спасали их от истребления. Еще в прошлом веке Брэм предсказывал скорое и окончательное уничтожение сайгаков. К счастью, ученый ошибся. Сейчас стада этих животных на калмыцких степях увеличиваются с каждым годом. Бригады егерей охраняют сайгаков от браконьеров и хищников. Ученые ведут наблюдения за их перемещениями. Особенно нужна забота человека в то время, когда стада пополняются сотнями беспомощных детенышей. Говорят, что в танце выражается душа народа. Может быть, поэтому такой интерес вызывает в Калмыкии каждый конкурс, каждый смотр. В Элисту приехали лучшие танцоры Степной Республики. Вера Цереновна Шатинова исполняет донской чичердык. Роза Убушиева и Сергей Чуноев в старинном танце «Захи Берне». Хотите знать, какая стрижка самая современная? Скоростная. И здесь важно сразу взять хороший темп. Соревнуются стригали Калмыкии. Победил Хамид Кудинов из совхоза Никольской. Да, здесь теперь десятки тысяч гектаров зеленых насаждений. Главное, что интересовало ученых, это опыт лесоразведения в республике для целей животноводства. Скажем, вот такие зеленые зонты. Они хорошо укрывают животных в зной и в зимние бураны, помогают сохранить молодняк. Ну вот мы и познакомились. Клавдия Бауровна Шималдаева, следователь Элистинского городского отдела милиции. Скажете, не женское это дело, тяжелое? Возможно. Но ведь следователь — это тот, кто борется за истину, кто, может быть,
спасет человека от ложных подозрений. Разве не стоит ради этого долго по крупицам собирать улики, разбираться в путанице противоречий, не жалеть себя? Для чего составляют агрохимические картограммы? Чтобы знать землю, получать с нее хорошие урожаи. В Калмыцкой автономной республике 86 крупных хозяйств. В каждом тысячи гектаров пахотных земель, самых разных. Каждому участку нужно найти подход. И в этом помогает республиканская агрохимическая лаборатория. Здесь производят анализ почв, составляют картограммы полей, выдают рекомендации по внесению удобрений. Они учатся в Калмыцком педагогическом институте. Что привело их сюда? Желание нести радость знания другим? Любовь к профессии учителя? Должно быть. Вот так когда-то стал учителем Пюрвя Мучкаевич Эрдниев. А сейчас он заведует кафедрой, доцент, автор новой методики преподавания математики в школе. Как научить детей мыслить? Быть активными в учении и в жизни. Это главное, что нужно усвоить, на каком бы факультете ты ни учился. Усвоить с самых первых твоих уроков. Салют пионерскому лету от ребят калмыки. Мы юные лебеди, нам в жизни дороги сны. Мы юные лебеди, весною и солнцем дружны. На голос горного горна спешат миллионы лет. Наши песни задорные.
все здания 101-го квартала Элисты построены бригадой Пишмана Мамутова. Бригада работает в три смены, и крупнопанельные дома в степной столице растут очень быстро. Счастья и мира вкусила эта страна, где неизвестна зима, где всегда весна, где, не смолкая, ведут хороводы свои, жаворонки сладкоглазые и соловьи, где и дожди подобны сладчайшей росе, где неизвестна старость, где молоды все, благоуханная, сильных людей страна, обетованная богатырей страна.